Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 128 серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели, как Зайнеп пытается сбежать от Халила. Девушка кричит: «Отпусти меня!» Но Халил, прижимая ее к себе, отвечает: «Не отпущу!» Халил обнимает Зайнеп и говорит: «Я знаю, что ты лжешь. Но поверь, все пройдет». А на глазах Зайнеп накатываются слезы. Халил спрашивает у Зайнеп: «Хочешь, я расскажу тебе о тебе? Ведь ты, очевидно, забыла себя». Зайнеп Асланлы делает либо что-то полностью, либо не делает вовсе. Либо любит кого-то, либо не любит вообще. Зайнеп Асланлы не испытывает двух эмоций одновременно. И потому я верю тому, что ты говоришь. Как только Халил прекращает свою речь, Зайнеп с уверенностью в глазах говорит мужчине: «Я никогда не любила тебя. Как ты хранил ленту все эти годы, ты сошел с ума, Халиль». Халила эти слова выводят из себя. Мужчина хватает стол и бросает его. На его глазах накатываются слезы. Халил с жестокостью смотрит на Зайнеп и говорит ей: «Обо мне можно говорить что угодно, но о Зайнеп этого сказать нельзя». Параллельно нам показывают Альпера. Мужчина в руках держит пистолет. И он говорит: «Это зашло слишком далеко». Премьера 128 серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 26 июня.